Дело в том, что Верховный суд принял решение приостановить действие Казагрохолдинга о выселении. Но не дожидаясь окончания суда по уголовному делу, по гражданскому, они приняли, у них уже есть постановление на руках о выселении. Они уже сегодня они хотят выселить полностью всех, не дожидаясь решения. Что вы намерены сделать, если судоисполнители придут? Ну, мы будем добиваться справедливости, решения, будем отстаивать свои права. Мы все-таки имеем права, пусть решают и принимают решения определенные. Вы вообще чувствуете, что какие-то силы стоят, что, может, подкупили судьи или еще что-то? Конечно, не без этого, да. Конечно, не без этого. Они находятся на стороне Казагрохолдинга. Они какие-то определенные действия, конечно, деньги, наверное, дают, что они принимают такие решения быстрые, без ведома народа, без ведома суда. У них уже постановление на руках, без решения суда. Она уже, вот эта представитель Казагрохолдинга, она показывала постановление о выселении, не дожидаясь этого выселения. Журналисты мне сейчас подтверждение дадут, если да, зайдут. Ну, если журналисты зайдут. Пока с нами заходите, это же ваши интересы. Журналисты. Журналисты. Сіздер жиналдыңыздар, құшадым. Біз залды организовать. Енді кірмейсіздер. Нет, если вы сейчас журналисты запустите. Далада халяға. Мы вам это бірге журналистер кірсін. Журналистер бір адам емес, екі адам емес, түгел бәрімізді кірген жатырмыз. Бәрі Чебер! 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 Чебер
Дайте мне ребенка моего! А ты что не взял? Быстрее, быстрее, поднимаем обратно. Двое зашли сюда, помогаем. Да, двое зашли, помогаем. Собирайте, пойдите. Быстрый автобус. Там бьют их, вы чё? Дверь! Ой, дай дверь! В сторону отойдите. Уберите. В сторону. Руки уберите. Вы мешаете, в сторону отойдите, чуть в сторону. Почему, короче, прокуратура не работает? В цивилизованной стране живете, зайдите в здание. И вы сюда к кому пришли? Нет, к прокурору пришли? Сколько раз мы заходили? Нет, к прокурору пришли? Ни одно письмо прямо там же пишут, а толку никто же не отвечает. Они знают, что это. Вон, Берик Азифанович стоит, он сказал, за шкирку буду всех выкидывать. Это нормально? Ненормально, когда надо. Инициативная группа, вот так, он пригласил вот так, он сказал, выкидывать буду. А мы приглашим, буду выкидывать. Нормально? Адам. Письма читают, ответа никакого нету. Куда нам идти с детьми? Ответы все есть. Ответы есть, но не нашу пользу. Какие ответы? Не нашу пользу. Если вы не можете предоставить. Нет, мы предоставили. Хорошо, есть 23 решения, которые на сегодняшний день отправлены на новое рассмотрение. Вопрос о принудительном выселении кому-то стоит? Стоит, всем стоит, всем стоит. Никто вас не выселяет. Нет, сегодня, сейчас, 5 часов в суд будет. Я вам говорю, что никто вас выселяет. Это вы говорите, а где документы сегодня нас не будет выселять? А какой вам документ? Кто вас уведомил, что вас сегодня... Вы же говорите, вы же говорите. Кто вам сказал, что вас сегодня будут выселять? Мы сегодня пойдем, нам сегодня дадут. Все? Сейчас. Мы уже знаем решение суда, нам сказали. Будет, вот такое решение уже есть. Как здесь громкословно говорите, так и у вас никаких документов нет. Пошлите, зайдем. Пойдемте, зайдем. Пойдем, объяснят. Пойдем, пошлите, заходите. Кому надо, давайте, заходите. Что отпускаете? Мне никакие ваши доказательства не нужны. Так, ты нас списки уже? А Джо, телевидение не пропускает. Почему? Я не знаю. Ну, можно объяснить причину? Причину объясните? Включаем ячейку. Оставляйте ключи с собой. А телевидение не пускает причину, кто-нибудь объяснит, нет? Крымс! Телевидение не обсуждает. Президент твой. Не говорите с аренды. Заново будут пустар, вот сейчас будет тебе. Сам Хайдар! Опрашиваются междуочные ставки между Мукатаевым. Да. Так? Да. Ну, какие договоры? Будет электросеть, ПКСК, соснение, мусоры, а еще остальные семь он не может назвать. Я говорю, мы, короче, несколько женщин, говорит,
прямо на суде, перед Динаровым, следователем Малатова, говорит, запишите, говорит, пока он сознается, что 10 договоров он дал, давайте, вот три он доказал, говорит, электросеть, ПТСК, остальные 7, какие договоры он давал, говорит, кому он давал, говорит, с энергосбыта, в принципе, юрист принес, короче, а судья говорит, так, извините, здесь печати нету, говорит, росписи Кижибаева нет, он говорит, недействительно. Ну, мы говорим, мы же это заключали мы этот договор с Мукатаевым, дальше. Почему этот договор вы не считаете за доказательство? Это подпись Мукатаева. А? Режим на объект отношения, берите официально. Камер, ну уберите, пожалуйста. Почему? Извините, это режим на объект. У вас есть разрешение на фото, видео, фиксацию? Ваше же? Если разрешения нет, будьте любезны, проводите его.